Приветствую! Сейчас покажу, как на Vivo X90 Pro изменить обои. Для этого мы просто на пустом месте рабочего стола нажимаем и удерживаем пальчиком. Если, собственно, не работает удерживание по какой-то удивительной причине, то работает щипок в любом случае. То есть, либо удерживаем, либо щипаем. И, собственно, что? Теперь выбираем обои. Соглашаемся, рекомендуем, не рекомендуем, без разницы. Нажимаем «Принимаю», «Разрешить». И теперь, собственно, здесь мы видим список, ну, не список, а доступные обои. Можем нажать «Загрузить еще», и мы переходим. Мы таким образом переходим в магазин обоев, там, где вот обои, у меня просто сети сейчас нет. И там мы можем повыбирать какие-то бесплатные обои, там будут и платные обои, ну, короче, такое всякое разное. Но... Как мы видим, вот таким образом сюда переходим, у нас есть еще дополнительная кнопочка «Показать изображение». С помощью этой кнопочки мы можем выбрать обои, которые у нас есть на самом нашем телефоне, и таким образом выбрать какую-то картинку из галереи как заставку. Также мы это можем сделать и другим образом. Давайте, например, сделаю какую-то фотографию. Не знаю, давайте сделаю вот такую фотку. Вот. У меня есть фотография. Просто переходим в наши альбомы, галереи. Нажимаем на кнопочку «Еще», фотографию, которую или картинку, которую хотим установить как обои. И нажимаем «Установить как обои». Это второй вариант. Обрезаем ее, делаем там с ней все, что хотим. Выбираем на главный экран, на экран блокировки, либо же для обоих экранов. И нажимаем «Окей». Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До свидания.